ne apdainuotas herojus Viačeslavas Bobrovas. Iš viršaus. Lapkričio mėnesį BetSafe LKL pirmenybėse siautėjęs Pasvalio pieno žvaigždžių puolėjas Viačeslavas Bobrovas džiaugiasi sprendimu legionieriaus karjerą perkelti į Lietuvą. 25 metų krepšininko teigimu mūsų šalis jam netgi primena gimtąją Ukrainą. Skiriasi tik valiuta ir kalba. Я играл, да, два сезона в третьем дивизионе Франции, и мне они предлагали остаться на следующий сезон и выйти в дивизион Б, про Б, но мне хотелось большего, вот, я поэтому искал более сильную лигу, и я знаю, что в Литве очень хороший баскетбол, быстрый, такой формат, где можно и потолкаться, и очень много игроков, которые играют и в Еврокубке, и в Евролиге, поэтому для меня это бесценный опыт, и я решил, что нужно поехать в Литве и попробовать свои силы. В Литве я себя чувствую нормально, здесь немного отличается от Украины только язык и валюта, а все остальное почти то же самое, как и в Украине. Маленький город, всего 2000 населения, но в выходной день есть возможность поехать в Паневежис, в Ригу, в Вильнюс, в Каунас. Есть возможность приехать посмотреть игры ребят, которые играют в Еврокубках, в Евролиге. Поэтому я не считаю, что была проблема для меня поехать в маленький город. Перед тем, как я ехал, я общался с Андреем Гафоновым, вот, и он сказал, что да, город маленький, но зато здесь хороший коллектив и дают игровое время. Paprašytas išskirti labiausiai į atmintį įsirėžusį LKL varžovą, Bobrovas paminėjo Kauno Žalgirio kapitoną Paulių Jankūną. Этот человек многократно доказывал, как нужно играть в баскетбол, показывает в каждой игре, мне кажется, что он показывает молодым, как нужно себя проявлять на паркете, что он пытается не дать занять клочок паркета, он пытается бороться за каждую передачу, за каждый подбор, и я считаю, что иметь такого игрока в своей команде – это отлично. Томас Ракунас, Бовінгас из экс-шоу-лигу, Вячеславас Бобровас. Вначале, может быть, мы еще не совсем сыгрались с командой, потому что у меня не было сильно много времени побыть вместе, чтобы мы могли наиграть связки. Я приехал в Литву, и у меня было всего лишь 3 дня для подготовки к игре с Литовас Rytas. Да, мы проиграли первую игру, но сейчас потихоньку-потихоньку мы становимся еще сильнее как команда. Лапкричо мэнэсі Боброво ніякам не павіко нет пристабдіти. Стабілей рунгтінявес аукштаугіс пер 4 рунгтінес відутінішкі рінко пер 28 наудінгума балус. Это для меня новый вызов, и я стараюсь каждый год ставить себе более высокую планку, стремиться к большему, потому что нельзя давать себе слабину. Нужно работать через силу, нужно работать через кровь. И мне кажется, это поможет в будущем играть лучше и лучше. Viačeslavas Bobrovas džiaugiasi galimybę Lietuvoje grumti su aukščiausio lygio patirties turinčiais žaidėjais. Pats ukrainietis taip pat nestokoja ambicijų vieną dieną praverti Eurolygos, o gal ir NBA varžybų duris. Я считаю, что в каждой команде есть свои лидеры, есть люди, которые делают черную работу, есть, которые забивают. И очень приятно играть с игроками, которые уже поиграли в Евролиге, в Еврокубках. Они более насыщены баскетболом, они больше знают, они более хитры в нападении и в защите, и поэтому очень приятно расти вместе с ними. Каждый баскетболист стремится играть на самом высоком уровне, и за то время, отведенное, которое у него есть в баскетболе, он пытается достичь самых высоких мест, я не знаю, выиграть кубки, заработать медали. Поэтому у меня тоже есть мечта поиграть в Евролиге, поиграть в НБА. Вот. И я думаю, что если работать и каждый день тренироваться, я думаю, можно к этому прийти. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL'ą.